спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В среду в Самарской области облачно, с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура 16-19, ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер западный, юго-западный, скорость от 4 до 7 метров в секунду. В Сызрани на небе облака, днем плюс 15 градусов, ночью плюс 8. Юго-западный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 16, ночью плюс 10 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре ясное небо и без осадков, плюс 16 градусов в дневное время, ночью плюс 10. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.